Кажется, мир сошел с ума. Обычно в Красноярске ближе к 9 мая вообще снег выпадает, и сейчас апрель. И уже плюс 27 в краевом гидромете говорят, что превышение климатической нормы на 7-14 градусов. Вкусно, наверное. Сами климатологи в шоке от такой погоды. Ожидалось, что наоборот, весна будет затяжной и холодной. Все оказалось с точностью наоборот. Весна наступила быстро. С азиатской части к нам идет теплый циклон, вызывая повышение температуры воздуха, высокие температуры практически до 30 градусов. Жара простоит до 26 апреля, сообщают синоптики. Даже по ночам до плюс 15, без осадков. Именно сейчас важно соблюдать противопожарный режим, призывают в МЧС. На территории 51 муниципального образования края уже введен запрет на огонь, дежурят патрули. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность, осуществлять палы травы, проводить любые работы, связанные с огнем на открытой территории, в садовых обществах, в частном жилом секторе, а также в местах отдыха, особенно если это сильный ветер. Паводков и сильных подтоплений в районах в МЧС не прогнозируют. Около села Ярцево густой ледоход, но это в пределах нормы. Красноярцы же на выходных сотнями могут отправиться на шашлыки, несмотря на период самоизоляции, предположил председатель комитета по защите прав граждан Краевого Заксобрания Анатолий Самков. Он призвал отказаться от пирушек во имя тех, кто сейчас борется с эпидемией. На каждого из нас возлагается высочайшая ответственность за свое поведение везде. Основные силы, и не только медицинских работников, они отвлечены на предупреждение, ликвидацию коронавирусной инфекции. И в этих условиях колоссальное напряжение испытывают и наши пожарные, и наши спасатели. И, конечно, в МЧС предупреждают о клещах. Не нужно, как я сейчас, разгуливать по траве или стоять в ней. Осматривайтесь, заправляйте все во все, ведь только за одну неделю было уже около 50 присасываний. Просто для сравнения, в Красноярске сейчас теплее, чем в Крыму. А вот наши плюс 27 против крымских плюс 15. У них там еще и дождь намечается. В Краснодаре примерно такая же погода, всего плюс 16. Про Сочи вообще молчу. Красноярцы зря вы туда приезжали за теплом. Там сейчас всего плюс 14. А Москва в сравнении с Красноярском в эти дни настоящая Сибирь каторжная. Там всего плюс 6, плюс 8, снег и дождь. Вот представьте, в Таиланде сейчас температура такая же, как у нас, плюс 27, только у них еще и гроза. И вот при всех этих градусах хочется очень сильно закричать, что же делать теперь со всем этим теплом. Есть вариант, можно поступить как раскованные европейцы. Загорать на балконах или высовывать голые части тела из окна. Все-таки загар на изоляции тоже загар. Анастасия Цыганова, Павел Гейнса, новости Прима.